Все. Теперь у нас получается, да, вот это вот. Очередной запрыг в подземелье. Ну, идемте. Идемте сходим. Мне интересно, мне хочется. Не хотелось, вот в начале серии не хотела. Я так уже думал, что просто короткая не получилась. А сейчас чувствую, получится опять длинная. Ну хорошо, второй читатель рядом, поторопитесь. И давайте посмотрим, сможет ли он дать мне какую похвалу. Какую классную похвалу. Кто лучше всех похвалит, тот получит самую большую конфету. Да? Рамос, я хотел бы знать, что удивительно романтическое приключение Рамоса действительно твоя автобиография. Конечно, личный опыт. Без преувеличений. Действительно достоверная биография. Я пролистала две страницы. Там написано, что ты... здесь написано, что когда тебе было 5 лет, ты убил двух чудовищных медведей-монстров голыми руками. Ну, прям как Геракл, только тот двух гадюк задавил, да? Ха, они вовсе не мои противники. И мне не противники. В возрасте 13 лет он следовал за алым караваном, чтобы чтобы пройти путь до легендарного 13-го убежища. Джоси. За караваном тихоря идти. О, это было легендарное путешествие. В 20 лет романтика и затягивание... В 20 лет он провел романтичные затянутые отношения с Сарой Лайонс на Прейдвине. Ночь провел. Ничего себе! Сара Лайонс, вон он с нами. Я до сих пор помню лунный свет той ночи. Он был туманный и нежный. Закатывает глаза. Пошли! Понятно все. Автобиография. Самая правдивая, да? Основана на реальных событиях. Скорее, на реальных мечтах. Вот так оно все было. Медведей задавил. 13-е нашел. С ней это... С Лайонс провел ночь. Ага, потом ты просыпаешься в холодном поту. Ничего себе, как что приснится. Забавно. Забавненько. О, усилялочка. Бегим, бегим, бегим. Да, с такими рассказами он, конечно, тут вряд ли найдет похвалу у читателей. Раз что какой-то нам надо совсем детского возраста искать. Примерно лет 10. Такой, чтобы он поверил в эту всю чепуху. Забавно. Фантазер. Романтические приключения фантазера. Можно назвать было книжку. Так. Идем вниз. Ищем следующего читателя. Бедные читатели. Мне вас натурально жалко. Хоть соврите кто-то, что кому-то понравилось, не знаю. Тут вас же всех убивать невозможно. Вот, телепорт. Да не надо нам телепорт, мы и так всех отдубасим. Джун-джун-джун, все лежат. По суперприему выдали все приемы, кроме собаки. Собака-барабака самая унацкая. О, это последний, что ли, читатель? Что ты делаешь? Ты безжалостный гангстер. Здравствуйте, дорогие читатели. Что вы думаете про удивительные романтические приключения Реймонда после прочтения? Что вы думаете? Что такое романтический роман Рамоса? Что за черт?
Говорят, что человек это величайший роман имеет. А, это величайший роман на федеральной пустоши. Ах, да-да, я помню, это книга, действительно она мягкая и твердая. Не понял я что-то. Наверное, что такое-то выражение имеется в виду. Что типа интересное и занимательное. О, это верно! Каждый раз так полно, это опьяняет. Это то, что я хочу услышать. Льют ему в уши. Жаль, к сожалению, она не популярна. Это плохо работает. Возможно, потому что в последнее время... В общем, что-то нехорошо. Я так не понял. То ли продается нехорошо, то ли распространяется ничего нехорошо. В общем, что-то нехорошо в последнее время. Да? Да, о чем ты говоришь? Что ты сказал? Ты фактически используешь мой роман в качестве туалетной бумаги? 1001! А, он нехорошо, видимо, имел в виду с пищеварением нехорошо. Для этого она хорошая. И твердая, и мягкая. Вот он что имел в виду. А тут его понял по-своему. Хорошо, хорошо. Да, самый популярный роман в пустоши. Ну, если так, то да. Как это может быть правда? Никто не может дать неценного отзыва. Подождите, тут еще что-то где-то есть. Он телепорт куда-то нас хочет отвезти. Да. Торгаш, да нам ничего не надо по большому счету. Тем более у нас и нету. Ой, а что это? Что-то мы за собакой-то не убрали за свои, а? Надо за своей собачкой убирать, убирать. Хабар ценный. Тем более нам эти предохранители нужны. Вот так вот. В качестве туалетной бумаги пользует его роман. Обидно, наверное. Неприятно. Но что поделаешь. О. Несколько бонусов. Ой, мы дальше пройти не можем. О, вот этот можем. А эти не можем. А это где у нас? О, выпрыг на поверхность. Идемте. Выпрыгнем. Выпрыгнем, привыпрыгнем. Ой. Только по не... Да, ощетиниваться не начали. А то сейчас тут нас тут все помрут. А, не, нормально. О, институт. Стой на месте, сложи руки. Это ловушка, на нас напали. Генерал, это трап. Шепотом, что делать? Хочешь насильно разрушить, прорваться? Ситуация очень плохая для нас. О, Валентайн. Привет. Делает жесть остановки. Институтский сталкер, что ты хочешь? О, отец, привет. Вы хороши, отказ от... вы хороши. Здравствуйте, жители убежища. Я давно тебя не видел. Мне есть что тебе рассказать. Что ты хочешь сделать? Разве вы не можете просто отправить нам сообщение напрямую? Не будь враждебным, я здесь, чтобы помочь тебе. По крайней мере, мы можем сначала выслушать мое упоминание. А, мое предложение или упоминание. Институт хорошо знает ваши действия. Мы знаем, что случилось с вами и Келлогом. Конфликт. Мы также знаем, что ваш руководитель заражен вирусом ФЭВ. Когда в опасности... Татари что-то. Не понял. Кто-то в опасности еще. Или он в опасности.
Если честно, мне все равно, кто выиграет, кто победит. Или у вас Келлах с вами. Кто победит в конце. Но из результата вы являетесь наиболее подходящим человеком для этой задачи. А, типа, неважно, кто победит, Келлах или вы в конфликте. Поскольку вы заблокировали характерные сигналы вашего руководителя, институт может предложить вам портативный передатчик, который позволит быстро передавать сигналы супервизора. Дай угадаю, эта вещь не бесплатная. Когда вы встретите Джейкоба, этот телепорт начнет собирать у Джейкоба данные АФФ, которые вы получите. На самом деле вам не нужно делать ничего особенно сложного. Это звучит как хорошая сделка, не правда ли? Вы хотите больше данных АФФ? Это вирус рукотворной эволюции, имеется в виду, которым заразился. Это я не обязан вам слишком много рассказывать, но вы, ребята, должны быть хорошими друзьями института, всегда интересоваться изучением. Ну, кажется, нет выбора для хорошего вещания. Мы принимаем. Ну, вы можете найти самое сильное место с самым сильным сигналом для активации устройства передачи. Это позволит достичь лучших результатов. О да, не забывайте, на этот раз ваше убежище помогло институту. Это институт помог вашему убежищу. На этот раз вы нам должны. Негодяйский какой. Должны мы ему, слышишь? А мы вам помогали сколько раз с этим Келлахом. Или то не считается, то не счетово. Негодяйские. Ой. Что-то длинная серия получилась какая-то. Я собирался короткую делать. Короткую-прикороткую. А получилась опять длинная-предлинная. Наверное, я ее разрежу. О, а дальше пройти нельзя, да? А, вот тут можно. Не, ну в подземелье я уже сегодня не полезу. О, выпрыгнув на поверхность. Вот это я люблю. Выпрыги наверх, это да. Будем резать ее опять. Так что как-то так. Возможно, даже открытие золотых ланчей придется вынести вообще в отдельную серию. Не из двух, а из трех частей будет состоять. Как-то так. Возможно. Не знаю, еще не решил. Так. Что тут нам понавыпадало? Так. Двигательное масло. Engine oil. Смешно. Так. Все. Здесь мы всех проапгрейдили. Там все сделали. О, это с ушами, теперь это в шапке. Уже им не холодно хотя бы. Ну, идемте теперь скупляться. Давайте попробуем нашего этого Аквамена. А ну. Спасибо, что открыли нам эту тетю. А ну и... Ну, он нам входит. Да, мы на него собираем как раз сейчас. Лучше бы его, конечно, открыть в таком случае. Но, если что, хотя бы так. Так, следующий. Новогодняя распродажа.
Видогнает. Вот эти вот нам вообще никуда. И что, золотого ни одного? Да, эту тетю мы тоже открыли. Ну, плохо пока что идет дело. Не очень. Он золотой какой-то будет. Ну. О, это новый этот, который. Танк или кто, ковбой. Ну, два на него. Прикольно. Он прикольный. Лучше бы его открыли, конечно. О, и этого открыли. Ну, замечательно. И последнее. Поехали. Итак. О! Катю открыли. Это ж Катя или как ее там звали? Или Лена, Лена. Все, да? А, доктор Ли открыли. Супер. Усё. Ну, давайте маленькую коробочку еще купим. Еще последняя. Ну, последний шанс. Есть! Ну! Это было не совсем то, что нам хотелось. Все деньги потратили. Все, в ноль. Тупо в ноль слили и в целом ничего полезного себе не вытащили. Это был эпик. Эпик, эпик, эпик. Эпик. Без лишних слов. Эпический провал. Будем прямо говорить. Ну, зато мы можем Monkey что-то купить себе на фиолетовые крышки. Или из комплекта врача. Или из комплекта вон этого поддержки. Или комплект убийцы. Не знаю даже, кто нам нужен. Наверное, врач нужен. Что, тут ни у кого не появилось там подъем по левелу? Не, никому. 98 у этого. Надо ему докупить. А кстати, по-моему, он там сейчас продается, нет? Точно. Давайте ему докупим уже тогда, ладно. Потратим два этих ядерколы. Чтоб не зря мы заглянули. А ну-ка, апгрейд. О, какой. Адский сатана. По-моему, ничего не изменилось. Все, больше никому ничего, правильно? Правильно. Ну вот как-то так. Как-то так. А купим мы, наверное, действительно шапку доктора. Потому что у доктора что это у нас комплект. А у докторов уже дальше пошли не комплекты. Да. Ну, я, в общем, еще поразмыслю. Еще пораскину мозгами. Что делать, как быть, кого апгрейдить. Кого нет. Так. Тетю Дамагершу он заапгрейдим. Вот как-то так. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых серий. Пока-пока, ребята. Всем добра. Берегите себя. С Новым годом. С Новым годом, друзья. С Новым годом.